Вы хотите курорт? Вы хотите курорт? Курорт от Магнитогорска располагается в 40 километрах от города, на запад. А это озеро Банное. И чтобы вы понимали, это курортная зона Башкортостана. Точнее, моей любимой Башкирии. А теперь вернемся на 95 лет назад. Срок большой, но именно здесь должен был бы быть город Магнитогорск с перемещением до Магнитогорского металлургического комбината. По американским принципам 40 километров – это и есть город. Но через 13 лет истеричный нелюдский фашизм напал на СССР. Если бы не наша сталь, мы бы за 4 года не свернули ему голову. Но Магнитогорск помог СССР. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы звезда Героя России была бы и у моего города. Мы этого достойны. Но сегодня вы достойны большего. Две изумительные дороги соединяют наше курортное место с нашим городом. Причем, если мы говорим о комплексе «Алые паруса», то сам комплекс начинается рядышком с нынешним курортом от ММК, юбилейным. То есть от места регистрации ровно 150 метров, и вы в «Алых парусах». А для чистого озера Банное напрямую в 350 метрах, так это само озеро Банное. А до горно-лыжного центра 1500 метров. Столько же до «Пятерочки», я имею в виду 350 метров. И полноценный отдых с кучей ресторанов. К слову, а это и есть правило лучшего места в лесу, а лес не будет убран, честно. Вам не сыскать. Ближе от юбилейки места просто нет. Интересный вопрос по части этого комплекса. Так он ближе к озеру, чем части юбилейки. Не докатываете? Докатываем. Раньше юбилейный делился дорогой. Все, что слева, дальше от Алых парусов. Ну, если ехать в сторону Белорецка. То есть, таких мест с таким доступом ко всему удовольствию от чуда места Башкортостана просто нет. Теперь вот вопрос стоимости. Сам кондоминиум, а это дом 85 квадратных метров. Он с соседями. А это значит, что стены вам отапливать вместе с соседями не придется. Но стены не из микробетона, то есть 90% микрофонов, а остальное бетон. А из нормального, а не одного, в части размеров сталинской трехи шлакоблока. В размерах больших, доставляющих полную тишину от соседей. И у вас это есть. Да еще и участок для вашего гаража, бани, теплицы есть-есть. Ценники чуть-чуть позже. И ценники вас порадуют. Чуть-чуть, подождите. Самое нужное, алые паруса сделаны для проживания. Качественный, с умом построенный фундамент. И изумительная стройка из настоящего кирпича с умной прослойкой от дождя, и вы в тишине. А вот теперь цена 4 миллиона 850 тысяч. Ну или чуть-чуть больше. И вопрос для тех, у кого сумма более 150 тысяч рублей. Да, у меня таких, у моих друзей, работников комбината, и у них есть суммы большие, чем онные. Зачем терять на машинах? Ну, зачем? Через 5 лет ваше 4,5-миллионное дело с кредитом в 40% будет стоить 1,5 ляма. Я имею в виду Китай. Это не Япония и не бумеры с меринами. Может быстро, а может не спеша, валим на курорт. Меняем сталинскую треху на 3 однухи. Если нет отката, то сумма на сдачу позволит вам быть сразу в кайфе, и вы живете на курорте. Это так, между делом. Почему я про металлургический гигант говорю? Потому что это лучшая часть российской жизни.
приносящее выгоду государству. С Магнитогорском никогда ничего не случится. Но в отличие от жести с пробками в городе, они начинаются на всех дорогах в одноэтажную и более магнитку. Дорога через ЦЭМ-завод дает вам удовольствие в чистом воздухе гор через полчаса получать жизнь, а не жить через час большим в реально стальном сердце Родины. К слову о стальном сердце Родины. Я не говорю, но круг 15 километров от стального удовольствия и, честно, жить там, ну, не совсем, а лучше не правило. Я бы реально думал о том, что говорили тем, кто думал о немного другом будущем. Лучше курорт, чем жить в круглосуточном месте работы комбината, при всем уважении к городу. К слову, тот, кто помогал делать гигант, встает в 6.00, а в 8.00 спит. Про это мне не надо говорить, я был в США. Полтора часа на машине в одноэтажной Америке до места работы для них, как и для нас, это норма. Но вы не в городских пробках. Ваша жизнь через полчаса на курорте. Даже гнать не надо. Гнать не надо. Шипокойненько, неторопливо. И чудо с озером, и настоящим чистым воздухом. Вам, конечно, нужны телефоны. А вот они. Вы хотите посмотреть сайт? А вот он. Ну и, к слову, о налоге. Уж поверьте мне, это далеко не налог на дом по 400 квадратных метров в городе. Совсем не налог. Я вам много чего сказал, но будет и продолжение банкета.